командиры, за минувший месяц из-за взрывов огнежара погиб десяток бойцов. Поэтому в Железном кольце я распорядился поместить все запасы огнежара в крытое хранилище, защищенное от искры молний, а также приставил к нему охрану. Или примите аналогичные меры, или ответите за последствия. Начальник снабжения Фиран. Хранилище с огнежаром прямо внутри лагеря. Взорвем, и мы победили. Кое-что узнала. Остальные убийцы разбили лагерь в Железном кольце. Вы знаете, что это? Чтоб их. Железное кольцо в руинах злости беса. Это запретная земля. Я вернусь к матриархам. Попрошу разрешения. На это нет времени. За кровь своих надо пролить кровь врагов. Если земля проклята, наша месть вернет ей святость. Богохульник. Прошу тебя, нарушь запрет. Злость беса – проклятое место. Но, может, метка искателя нас защитит. Отправлю разведчиков. Мы соберемся возле утеса над Красным Эхом. Оттуда и пойдем в атаку. Хороший план. До встречи. Это я беру в дорогу. Варл говорил про лагерь бандитов среди руин. Должно быть, он там. Тут нужно быть начеку. Делаю запасы.
Берем, пока есть. Рад, что ты пришла. Надо же. Рад. Скажем, у нас общий интерес. Меня зовут Нил. Видишь вон те старые камни? Под ними засела шайка разбойников. Расшатаешь камни, и тогда эти червяки вылезут наружу. Так-то... Зачем они здесь? Племя Нора ослабело. Слухи растекаются, как кровь. Граница больше не охраняется, и сюда идут те, кто жаждет убивать. Мы с другом несколько дней выслеживали эту погонь. Он умный, но решил уйти без меня. А ведь мы с ним на эту тему говорили. Но я понимаю. Трудно терпеть, пальцы сами просятся на тетиву. Может, мы с тобой поработаем вдвоем? Перебьем их? Я тебя не знаю. И не спешу тебе доверять. Доверие давно уже стало роскошью. Я простой путник, у которого есть лук, который не терпит беззакония и потерял напарника. Да нет в тебе ничего простого. Давай я скажу по-другому. Ты разбойница? Конечно, нет. Тогда тебе нечего бояться. Ну ладно. Кто-то должен остановить злодеев. Спокойно. Ничего они не сделают. Разве что покричат. Давай, иди первая. Так хочу посмотреть, на что ты способна. Видишь устройство? Подадут сигнал, придет подмога. Удобно. А если тебе вдруг захочется совершить подвиг, там у них пленники. Дождь — это неплохо. Похоже, мы попали в переделку.
Искатель, можно к тебе обратиться? Такая честь. Я... Хвала Великой Матери. Что с тобой? Тебе что-то нужно? Да. Мы видели, как ты расправилась тут с разбойниками. Мы рады. Они обирали нас. Гонялись за нами для смеха. Мы не воины, мы изгои. Мы беззащитны. Откуда вы прибыли? Кто-то уже много лет бродит по священной земле. Что до меня, мою деревню сожгли в пору красных набегов. Мне стыдно, что я не защищал ее вместе с другими. Но я стал изгоем задолго до того, как пришли Карха. А как вы все оказались здесь? Спрашиваешь, почему мы общаемся вопреки закону? Но как нам еще здесь выжить? Когда мы оказались в необъятии одни. Я вас не осуждаю. Я тоже была изгоем. Прости меня. Вопрос понятный. Это я всех убедил. Сказал, что нас приговорили к изгнанию. Но не обязали же погибать. Это умный подход. А почему тебя изгнали? Я был глуп. Отказывался делать, что мне велели. Отлынивал от охоты всеми правдами и неправдами. Постоянно ссорился с родными, задирал других воинов. Как-то раз мы разошлись не на шутку. Я его ударил. Он просто рухнул и умер. Некому было за меня заступиться. Они правильно сделали, что изгнали меня. Кажется, теперь ты совсем другой человек. Да уж, надеюсь. Мы все здесь изгои, но чтобы выжить, надо держаться вместе. Ненавистный нам лагерь теперь может стать нам домом. Ты позволишь нам остаться? Позволишь, даже если это будет вопреки воле матриархов? Конечно, оставайтесь. Ха, я надеялся, что ты это скажешь. Ты так нас всех вдохновляешь. Спасибо. Она храбро билась.
Это первый раз, когда мне повезло с тех пор, как я стал изгоем. Я хочу путешествовать налегке. Правда ведь это приятно. Задержать свой последний вздох и выпустить. Твоего напарника нет. Его убили. Удивляться нечем. Он в последнее время распоясался. Стал дерзко себя вести. А ведь я ему говорил. Всегда нужно упиваться убийством, а не схваткой. Забудь о нем. Мы вдвоем и так справимся. Я и голос наших зубов. Ты дал ими луку? А ты нет? Ну, так уж и просто. Броня сделана по мерке, а лук ты держишь. Я тебе про чувство справедливости. Я был солдатом, только воевал дольше, чем длилась сама война. Зазор в броне, куда пробивает стрела. Вот где мое место. И я всегда нахожу его. Как домой вернуться. А на машины не думал поохотиться? Не, машинам нельзя заглянуть в глаза. Разбойники тебе что-то сделали? Всем сделали. Если живешь как мерза, то и сдохнуть придется так же. Так ты их убиваешь для благого дела? Нет. Для забавы. Я больше не могу ждать воин. Жизнь коротка и пресна без трепета смерти. Убьешь члена племени, тебе будут мстить. Убьешь кабана, сануют, что переводишь мясо. Но разбойники, они опасны, они не сдаются без боя. И никто не ноет, что их убили. Не знаю, кто хуже. Они или ты? Мы живы, они нет. Ясно же, что мы лучше. С этими все. С этими? Боюсь, что да. Но мы живем в мире полном руин. Разбойников влечет к ним, как заразу к ране. Ты же не дашь заразе пустить корни? Мы еще свидимся. Может. Но мне бы не хотелось. Мою работу ты узнаешь сразу, как и я твою. Неплохо.
Венец матери. Сказал, прямо военный лагерь. Наверняка не всегда так было. Я сама виновата. Время понесло тяжелые потери. А вот и она. Она теперь искатель? Иди-ка сюда, погляжу на тебя. Зато я стала мудрее. На что же надеяться, оставшимся? Девушка с меткой искателя. Стражи тебя ожидали. Ты Морея? Можешь указать путь к Меридиану? К столице Карха? Она к западу отсюда. Но их воины остановят тебя задолго до нее. Пусть попробуют. Я не о том. Тебе нужно пройти через перевал, и там стоит форт Карха. Говорят, Карха закрыли границу, чтобы не пустить к себе зараженные машины. Если я перебью больные машины, границу откроют? Возможно. Но я не пошлю с тобой воинов. А зачем они мне? А ты справишься? Сама, в одиночку. Я хорошо стреляю. Надеюсь, что настолько хорошо. Так форт к западу отсюда, а за ним Меридиан? Да, форт рядом с брошенной деревней. Он зовется Солнечной башней. А что за деревня? Ее название уже никому не важно. Я там родилась. Что там случилось? Война. Очередной красный набег Карха. Мне тогда было 15, я убежала. Другим не так повезло. Племя Норы отступило сюда, к венцу матери. А долину оставили им. Даже сейчас, после войны, долина служит для Нора рубежом между нами и Домом Солнца. А далеко пошла зараза? Я видела больные машины на краю долины. Говорят, они попадаются и на юге тоже. Зараза, где бы ни была, действует не только на машины. Она обжигает плоть и отравляет раны. У больных машин есть слабые места? Огонь вредит им сильнее, чем обычным машинам. И на том спасибо. Одна богиня теперь может нас спасти. Надо понять, что это, и тогда бороться. Матриархи решили, Элой. Будем обороняться и молиться богине. Венец матери на границе священной земли. Тут часто бывают чужаки. Да. Не в самом поселении, конечно. Там, в долине. После войны иноземцев стали пускать в долину, и мы можем торговать, если хотим. Это вроде бы уже не чужие владения, но еще не священная земля. Если интересно, загляни в приют охотника. Это горстка жалких лачуг и шатров, но у иноземцев там перевалочный пункт. Наверное, там можно расспросить про Меридиан? Ты командуешь тут обороной? Венец матери хорошо защищен. Во время войны он выдержал 15 штурмов, отбил 3 осады. Мы выстоим. Не надо равняться на былые победы. Опасно для жизни. В свое время я тоже победила на инициации. Как и ты, я сперва отставала, пришлось срезать путь. Еле дошла с переломанной лодыжкой. Это не инициация, все взаправду. Ты не понимаешь. Я сама сюда попросилась. Защищать венец матери. Это моя награда. Я готова отдать все ради славы племени. Если надо, и жизнь. Ну, я пойду. Ладно. Будь осторожна, Элой. Я надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Верховные матриархи смогут узнать. Далеко не все нам дано постичь. Thank you.
впредь буду осторожнее. Я добыл неплохие детали на последней охоте. А, надеюсь, ты за покупками. Мне нужны осколки. Что-то приглянулось? Я иду к границе. Ты торговец? Что тебе известно о Кархе и их столице Меридиане? Я не покидал священную землю. Но время от времени я торгую со странниками Карха. Они задаваки, вечно строят из себя. А про Меридиан? Они болтают без умолку. Город на плоскогорье, с высокими башнями, устремленными в небо. А как они смогли построить такое чудо? Рабы строили. А новый король отменил рабство. Видать, справедливость он ставит выше красоты. Ну, я пойду. Спасибо, пригодится. Далеко не все нам дано постичь. Впредь буду осторожнее. В первую очередь о себе. Я обещала Варлу и Соне прийти к Красному Эху. Блин, как пахнет после дождя. Зараза окутывает эти машины, как облако дыма. Нужно их уничтожить.
Зараза окутывает эти машины, как облако дыма. Нужно их уничтожить. Будто пожирает металл. Может, из-за этого машины сходят с ума? Может, еще пригодится. Скоро мне это понадобится. Заплатить много. Но речь ведь о жизни. Вот именно. О моей жизни, а не о твоих дружках. Заплати сперва. Без разрывных стрел от них клочья останутся. Это что? Это немного вызывающе. Не так? У тебя просто нет сердца. Твои друзья в опасности? Работники. Не друзья. Мой караван идет в земли Банук по тропе, где кишат машины. Заготовил им большой запас разрывных стрел. Но болваны забыли их взять. Что за машины водятся на этой тропе? Падальщики и долгоногие. Но болтают, будто и кое-что пострашней. Тварь нападает из-под тишка. Без разрывных стрел им никак не выстоять. Но как они могли забыть эти стрелы? Не знаю. Морзовит-погонщик не допускает таких ошибок. Я принес ящик, думал, застану. Едва успел перейти границу до приказа закрыть ворота. Но идти за ними было бы самоубийством. Тем более сейчас, когда там зараженные машины. Если увижу караван, постараюсь им помочь. Ну, и на том спасибо. От местных проходимцев помощи не дождешься. Вот, возьми стрелы, которые я им нес. Пригодятся. Да озарит солнце твой путь. Сегодня они играют хуже, чем обычно. Далеко не все нам дано постичь. Что с тобой, охотница? Ты ранена? О, я благодарна за эту рану. Это урок, который я не забуду. И тебе он будет полезен. Чем же? Как-то я преследовала бегуна, так увлеклась погоней, что и не заметила, где оказалась. Ровно на самом пороге котла. Котел? А что это?
А, ты же у нас из объятий. Такого никогда не видела. Котел — это что-то вроде двери. Никто не знает, что за ней. Говорят, там создают машины. А может, это логово злых сил, где витает дух железного беса? Да какая разница? Туда все равно запрещено ходить. Ты говорила про урок. Мол, рано научила. Когда я увидела котел, я позабыла про свою добычу и смотрела в глупом изумлении. На миг я вернулась в детство. Вспомнила, как сидела у костра и слушала охотников. Мне так захотелось узнать, что там внутри. И тут рыскарь напал. Котлы всегда охраняются. Я едва отбилась от него. Это рано напоминание мне. Все-таки недаром такие места под запретом. Не только потому, что там опасно. Никто не должен видеть, что там. Больше не оступлюсь. Этот урок я усвоила. Но ты ведь что-то ощутила. Чувство открытия. И ты думаешь, это плохо? А разве? Нет? Неспроста ведь меня наказали. Где он, этот котел? Зачем ты спрашиваешь? Чтобы знать, куда не надо ходить. А ты умная. Но словам моим почему-то внять не желаешь. Ладно, решай сама. Ты уже взрослая. На восток до красных заносов, потом на север. Котел будет прямо в склоне горы. Только помни, я тебя предупреждала. Меня все еще тянет в жилу. Но здесь мне тоже интересно. Это я приберегу. Брошенная деревня, о которой говорила Марелла. Сплошные развалины. Вот они, зараженные рыскари. Ah!
все зараженные машины в долине. По крайней мере, сколько нашли. Надо поговорить с солдатами в форте Карха. Может, теперь меня пропустят? Раз я еще жива, воин, Винцу матери нужна твоя помощь. Моя? Ну ты же ведь воин, да? Нужны шкуры кабанов. Наш швец уже стер руки в кровь, зашивая плащи и доспехи. Кабанов много на востоке, за водопадами. Но там объявилась машина. Я испугался, когда ее увидел. Спрятался. Скинул лук, и вдруг... Не надо стыдиться, главное, ты выжил. Да нет. У меня кольцо соскочило. Это был мой талисман на удачу. Мать моей матери давным-давно сделала его из челюсти машины. Ты так зависишь от кольца? После всех бед, удача мне нужна позарез. Как племени шкуры. Постараюсь помочь. Если найдешь, буду признателен. Я буду ждать здесь, в лагере, у костра. Ты искатель. Та, кого звали изгоем. Мой охотничий отряд... Мой отряд, он... Ты ведь сражалась с убийцами, с теми, что на нас напали. Ты спасла много жизней. Жаль, не смогла спасти всех. А ты... А ты... Как далеко ты ушла за ними? К чему это ты? Боишься, что твои товарищи погибли? Есть вещи похуже смерти. Куда пошел твой отряд? После инициации мы так разозлились, хотели отомстить. Думали, что те зараженные машины будет легко выследить. Нагнали их под вечер. Обрушились на них со всей яростью. Но там, в темноте, было ничего не разобрать. Машины бросились в бегство, я остался один. Вернулся сюда, но мой отряд... Твой отряд... пропал. Что может быть хуже смерти? Я не такой, как ты. Я не смогу жить в изгнании. Я боюсь... что мои друзья забрели в руины. Мне туда нельзя, иначе меня изгонят. Но и бросить их я тоже не могу. Говори мне толком, что тебе нужно? Найди моих друзей. Мы так рвались убить зараженные машины, что не заметили, как подошли к самым руинам. Ты же искатель. Зайдешь в жажду беса, тебя не осудят. Умоляю. Сжалься над нами. Не выдавай, что мы там были. Не выдам. Можешь не волноваться об этом. Попробую разыскать твоих друзей. Покажи, один из нас. Мы будем бороться с заражением. Ой, боюсь, что осталось не так долго.
Thank you.